Здорово, это Марти. В этом видеоролике я вам покажу, как легально научиться летать в блокпост мобайл. Настоящее, реально не фейк, честно говорю. Это баг, и его до сих пор не пофиксили, к сожалению. Точнее, он только что появился, потому что добавили пресет, но он очень офигенный. Короче, усаживайся поудобнее, но мы начинаем. Короче, для этого бага на полет нам нужен друг, какой-то человек. Может, это будет ваша мама, может, папа. В общем-то, вы должны зайти за террористов на карте Roof, сделать вот так вот, что показано на видео. Вы максимально упираетесь, ваш тиммейт отходит. И вы просто левитируете, вроде даже без отдачи. Главное, чтобы под вами вот такая вот Вика Масленникова. Вика Масленникова? Что? Не вставала. И теперь мы ждем просто. Сейчас будем уничтожать, кто там эту Слив Луну убили на меду. И теперь мы просто выжидаем. Сейчас они... Вот! Они меня не выжидают. Я просто минус 2 даю. Там еще третий. Сейчас третьего убью. А нет, не убью, потому что я нуб. Ну, ладно. Вы видите то, что это реально очень жестко. Ой-ой-ой-ой. Минус еще один кентик. И последний остается. Ну, я его тоже, конечно же, убью. Я же самый... Ну ладно, ладно. Не столь важно. Самое главное, что я вам показал флай. Давайте следующий раунд просто со флайми. Ё-моё. Короче, забираемся на эти вот зеленые ящики, забираемся на тиммейта, мы вот так вот упираемся. Ой-ой-ой, руинера не мешайте, пожалуйста. Он уходит. А, подо мной встали, конечно же, все заруинили. Ладно, сейчас. Сейчас мы опять все сделаем. Мне уже минус 66 дают. Давайте я ему хедшот. Ой-ой-ой, как я там стреляю. Такой я жесткий, боже. Так, нам тут мешают немножко люди, но ладно, это не помеха. Подписчики не помеха. Все, он отошел или нет? Нет, он не отошел. Короче, мы сейчас ждем просто противников, которых я сейчас буду унижать. Вот, отлично, я флай сработал. Все, а, нет. Блять. Короче, дубль номер 3 мы опять-таки делаем. Осталось 2 игрока, мы остались 2 на 2. И теперь мы просто выжидаем. У нас тут открывается идеальный вид на мид, на плент, на всю карту. Просто, это даже гно. Ой-ой-ой, отлично, найс. И минус последний, я выиграл этот раунд. Все, как обычно, благодаря мне. Меня. Короче, я на чем-то остановился и забыл. Вроде нам открывается тут прекрасный вид на всю карту. Так, нам мешают немножко, но это не помеха. Нам прекрасный вид на всю карту, даже на карту Sunstorm. Вы можете даже из этого места, из этого бага увидеть карту из вообще другой игры. Так, просто вот вы видите, это он точно не ожидал, он не знал то, что я там выпрыгну из него с полета. Ладно, давайте еще раз это сделаем. Главное, чтобы нам никто тут не руинил. Хоть я не сделал ни одного килла за этот раунд, но раунд мы выиграли только лишь благодаря мне, потому что противники увидели мою жесткую подсадку, мой жесткий полет, думают, у меня 4, решили просто так сдаться. Давайте я бокальчик этот возьмем, АН-94, ё-моё, Айс называется. Новогодний, всех снова годом, короче, с наступающим. Всем спасибо. Ладно, мы остались 2 в 1, опять же таки, благодаря этой позиции. Я сейчас просто предлагаю выйти и его даже взять на нож. Вот он тут, у меня ШВХ есть. Берем нож просто и уничтожаем. Все, забрали. Это все, конечно же, благодаря моему флаю, моему полету, этому багу. Просто моя конфетка. Ладно, пока я тут сижу, хочу вам... Ой, так, ладно. Пока я тут сижу, хочу вам сказать про свой телеграм-канал. Ой... Да, блин, мешают сказать. Минус 3, кстати, уже дал за этот раунд. Хочу вам сказать про мой лучший телеграм-канал по ссылочке в описании. Там я набираю людей, делаю конкурсы, продаю почки. Меня убили, к сожалению. Сливаю обновления, просто делаю все сливы. Рынок сливаю, сливаю вам, продаю ножи, почки. Короче, все там есть, все вам интересное. Подписывайтесь, ссылочка на канал в описании, телеграм-канал, да. А если у вас уже произошла смена сторон, и вы играете уже за КТ, но хотите тоже пофаниться, вы идете направо из черно-желтого бортика, запрыгиваете на кирпичи, а потом на тиммейта, а потом на вторые кирпичи. Кстати, вот первая подсадка, она делалась только с приседом. Вам надо было сначала запрыгнуть на тиммейта, а потом пройти с приседом на баг, на коллайдер. Вот мы. А тут можно и без приседа. Это достаточно-таки давняя подсадка. И теперь мы просто ждем. Вот наш тиммейт должен написать АФК. Тут человек идет, думает то, что кто-то АФК, и я его просто убиваю. И так можно весь раунд затащить.
Так, еще один молодой отлетает, просто отлетает. Он меня уж точно не ожидал на этой подсадке, уж тем более то, что я буду приседать тут, заниматься физкультурой. Только вдумайтесь, за этот видеоролик вы научились прыгать, приседать, отжиматься без рук и еще и летать. Я думаю, это заслуженный лайк с вашей стороны. Поэтому ставим лайки, подписываемся на мой канал с колокольчиком на все уведомления. Подписываемся на телеграм-канал по ссылочке в описании. Самый лучший телеграм-канал по блогпост-мобайлу. Не... без вопросов там, и, конечно же, пишите комментарии от 5 слов по поводу этого видеоролика. Знали ли вы, как летать вообще в блокпост мобайле до этого видеоролика? Ну и всем удачи, и всем пока, это был Мерти, всем пока.